For the next several chapters is pick out some of the highlights of what Hosea mentions. В следующих главах я хотел бы выделить такие самые яркие места из того, что упоминает Осия. There is a lot of repetition. Здесь очень многое повторяется. We will not go through this verse by verse by verse. Мы с вами не будем разбирать эти главы по стихам. But one of the things Hosea does so beautifully is use very graphic imagery. Но у Осии очень такая графическая образность, это его отличает. And I want us to enjoy and benefit from the images that he gives. Вот давайте мы с вами как раз разберем эти образы и насладимся их красотой. He has this wonderful, huge imagination. У него просто огромное воображение, очень богатое воображение. And rather just than just say, you're sinning, stop it. Вместо того, чтобы сказать просто, вы грешите, остановитесь. He uses pictures from the natural world. Он постоянно прибегает к образам из природного мира. To illustrate what their sin is and how they might turn from it. Для того, чтобы проиллюстрировать народу, в чем состоит его грех и как можно отвратиться от греха и вернуться к Богу. For instance. Например. In chapter 6, verse 4. В четвертом стихе шестой главы. He pictures the loyalty of Israel. Он рисует образ преданности Израиля. Like a morning cloud, or like the dew on the ground. Как утренний туман или как росу. Now that's a very graphic picture. Это достаточно яркий образ, не так ли? Because a morning cloud doesn't stick around, it doesn't bring rain. Потому что утренний туман, он долго не держится, и дождя он не приносит. The dew on the grass doesn't really do much good for vegetation. А то же самое можно сказать о росе. Она же ведь не орошает в должной степени землю. It's here, and by the time the sun comes up, it's gone. Роса еще держится на траве, но как только восходит солнце, она иссохнет, и все, ее больше нет. And that is a picture of the loyalty of God's people in Hosea's day. Вот именно в этих терминах Осия рисует преданность Богу, народа своему Богу. All right, then another point I want us to see in verse 6. Еще одна мысль в шестом стихе хотел бы обратить ваше внимание. Шестая глава, шестой стих. God says, "I delight in loyalty more than burnt offering." Ибо я милости хочу, а не жертвы. The knowledge of God. И боговедение более. Now it's not that he didn't like sacrifices and offerings. Это не значит, что Богу были неугодны жертвы и всесожжения. But he wanted those sacrifices and offerings to come from a full heart. Он просто хотел, чтобы это приносилось искренне от всего сердца. Over and over again, we see the word harlotry. И опять-таки постоянно используется слово блуд, блудодеяние. Find it in verse 10. В десятом стихе. And in other places as well. И в других стихах тоже. It would be a fascinating study for any of you to undertake. To look through the entire book of Hosea and just mark the number of times you see the word harlotry. Было бы, наверное, очень интересно для вас, в частности, предпринять такое исследование, взять книгу пророка Осии и подчеркнуть все слова, все места, где используется слово блуд, блудодеяние, блудодействовать и так далее. In the first three chapters, it's all about Hosea and Gomer. В первых трех главах речь идет о взаимоотношениях Осии и Гомерь. But in chapter 4 through 14, it's all about Israel toward God. А вот с глав 4 по 14 как раз это слово используется в отношении, как характеристика отношений между Богом и его народом. A major, major theme of Hosea. Это то, на чем Осия делает очень сильный, очень серьезный акцент. На духовном блуде народа перед Богом. Okay, here's another picture in chapter 7. Вот еще один образ в главе 7. Here is God speaking, and he says, I would love to heal and forgive Samaria. Здесь Бог говорит, я очень хочу исцелить Самарию и простить Самарию. I mean, God loves them and he just longs to forgive them. Бог любит свой народ, и он искренне желает простить его. But every time he's just about to forgive them, но всякий раз, как только он собирается это сделать, he keeps on uncovering more and more iniquity in them. Он вскрывает у этого народа все больше и больше злодеяний. It's like
It's like a parent who wants to forgive their child. Это все равно, что родитель, который хочет простить своего ребенка. But every time they approach their child to forgive, но всякий раз, когда он подходит к нему с этим намерением, the child disobeys again and again and again. А ребенок продолжает не слушаться, упорен в своем непослушании. Now here's another picture in verses 3 and 4. А вот еще один образ в стихах 3 и 4. He uses a picture of an oven where there is bread baking. А здесь используется образ печи, в которой печется хлеб. And the bread is the rising of their sin. Хлеб — это умножение, поднятие греха народа. They are feeding the fire of their adulteries, their spiritual adulteries, more and more and more. Получается, что они сами поддерживают жар, огонь, который насыщает вот этот духовный блуд, делает его больше, заставляет его подниматься и умножаться. Keeping up the image of cooking in verses 8 and 10. Поддерживая образ приготовления пищи в стихах 8 и 9. He says that Ephraim has become like a cake not turned. В 8 стихе он говорит, Ефрем смешался с народами, Ефрем стал как неповороченный хлеб. You think about a cake not turned. What would представьте that, себе. What would that be? Что это неповороченный хлеб? Какого это рода хлеб? Especially those of you who do a lot of cooking. Особенно сестры, вам, наверное, приходится готовить. Вот если хлеб не повернуть, что получится? It's gonna burn. Okay. On one side. On one side it's gonna be burned. С одной стороны он подгорит, а с другой? Сырой. It's gonna doughy. Yeah. Он не пропечется. Now apply that to Israel. А теперь примените это к народу израильскому. Что это означает? What does it mean to be a cake not turned? Почему пророк сравнивает свой народ с таким хлебом, который с неповороченным хлебом. Кричат много, делают мало. They proclaim much, but they do very little. I think that's exactly it. Мне кажется, так оно и есть. Yeah, on the one side they're nicely done, all cooked. С одной стороны, они вроде бы хорошо поджарились. What they say. А это сторона того, что они провозглашают, о чем они говорят. But they're raw to God. А что касается Бога, то для него они совсем не пропеклись. So здесь подчеркивается духовное нездоровье, духовная And болезнь Израиля. Doesn't even know it. И народ даже не понимает этого. I was really offended, some time ago. Некоторое время назад я пережил такую обиду. Someone came up to me and they told me, ко мне подошел человек и сказал, Dave, you have gray in your beard. Дэйв, у тебя борода-то уже сидеть начинает. I was so angry at them. Я так разгневался. Because my hair is brown, not gray. Потому что у меня не седые волосы, у меня такие коричневатые. Right? Нет, так пепельные, right? Правда? Пепельные. Right? I don't have any gray in my beard, do I? Не-не, у меня же нет седины, правда, в бороде? У меня волосы, все в порядке. What are you laughing at? Чего вы смеетесь, собственно говоря? Нет. I just had a mirror. Он говорит, Дэйв, посмотри в зеркало. Verse 9. Девятый стих. Gray hairs are sprinkled on him, and he doesn't know it. Седина покрыла его, а он не знает. Девятый стих. See, it's possible to be in really, really bad shape and not know it. Знаете, вполне возможно быть в очень плохой форме и даже этого не знать. It's possible to be old and think you're not. А вполне возможно быть уже человеком преклонных лет и не понимать, и не замечать этого. Israel doesn't understand the horrible spiritual condition she's in. Израиль даже не осознает, в каком ужасном духовном упадке он находится. Because в ужасном духовном состоянии, потому herself. Что этот народ не хочет, не желает смотреть на себя в зеркало и видеть свое отражение. Does that remind you of James chapter 1? Вам это напоминает первую главу послания Иакова? James says that a man who looks at his natural face in a mirror, когда Иаков говорит, что когда человек смотрит на свое отражение в зеркале, and goes away, and he immediately forgets отходит, what kind а потом of person he is. Тут же забывает. Okay, so here's this New Testament, Old Testament thing, saying the exact same thing. А вот это как раз пример того, когда в Ветхом Завете и в Новом Завете мы читаем об одной и той же мысли, выраженной при помощи разных образов. If we're going to walk with the Lord, we have to know our true condition. А если мы с вами хотим ходить путями Господними, мы должны знать о своем внутреннем состоянии. Well, Israel didn't know our condition. А Израиль о своем состоянии не знал.
Verse 10. 10 стих. Despite all that's going wrong in the nation, they still won't turn to God. Несмотря на все, все беды, которые постигли народ израильский, при всем том они не обратились к Господу, Богу своему. And then here in verse 11, we have Israel actually called a dove. И в 11 стихе, смотрите, Израиль, в общем-то, называется голубем. The Hebrew word is Jonah. Еврейское слово Джона. Иона, да? A bird having no sense. Иона. Глупый голубь в 11 стихе, так называется народ. And what does Israel do when she realizes she's in a lot of trouble? И что делает Израиль, когда понимает, что находится в очень бедственном положении? Verse 11. 11 стих. Called the Egyptians and go to Assyria. They go to Egypt and Assyria, exactly. Они зовут египтян и идут в Ассирию. Абсолютно верно. Now, why would any Jew ever go to Egypt for help? Почему евреи вообще идут в Египет и обращаются к египтянам за помощью? Как это можно понять? Ну, кому лучше обращаться? There's no one else to resort to help to. They would go to anyone but God. That's right. That's the point. We'll go to anybody but God. We just won't go to God. Пойдем куда угодно, но если надо будет в Египет, но только не обратимся к Богу. What was Egypt in the history of Israel? Какую роль Египет играл в истории Израиля? It's where they were enslaved for 400 years. 400 лет они были в пленении у египтян. Well, we've got Assyria over here who just might destroy us. А Сирия здесь, если мы будем смотреть с точки зрения народа израильского, которая может нас уничтожить, истребить. А второй наиболее сильный народ в то время — это Египет, египетский народ. Тогда пойдемте и будем просить помощи у египтян. Так рассуждали евреи. Они, да, ну, конечно, мы могли бы обратиться к Богу, но давайте лучше этого делать не будем. Вот примерно такой ход мысли. Verse 14 is a very interesting picture as well. 14 стих рисует тоже очень интересный образ. Says that Israel wails on her bed. Здесь говорится о том, что они вопили на ложах своих. But they don't cry out to God. Но не взывали ко мне, то есть не взывали к Богу. One of the reasons for weeping for the people of God is certainly to express their need for God. Народ Божий когда вопит, да, когда причина есть, чтобы вопить, чтобы взывать к Богу об удовлетворении каких-то своих нужд и потребностей. But Israel is simply weeping with no point to it. Но они просто вопят, вопят как бы без причины. They're not turning to God at all. И при этом совершенно не обращаются к Богу. Or as verse 16 says, they Или в 16 стихе. Turn, but not upward. Они обращались, но не к Всевышнему. They turn this way to Assyria. Они обращались к Ассирии. They turn this way to Egypt. К Египту. But they never turn this way to the Lord. Но к Всевышнему не обращались. Нам не безразлична современная церковь, и у нас есть что ей предложить. Весь ресурс на сайте tvseminary.com. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария.